Сядь. Дети есть? Двое. Сколько младшему? 16. 16. Хотите начать войну? Украдите принца, и король сам ее начнет. Похоже, вы всех прикончили. Нет, убрали одного. Еще один погиб в перестрелке, а двоих связали и оставили. Зачем? Это довольно рискованно. Увидеть, что будет. Отмотайте назад. Пораньше, сразу после того, как отъехали. Ага. Это не из дома звонят, это вон тот парень звонит. Давайте, ищите его. Телефон, фиксируйте его. Сижу у тебя в гостиной, только не пристрели. Что случилось? Неважно. Правила отменяются. Ты свободен. Насколько? Карлос Рейс. Это тебя устроит? Твой шанс отомстить за семью. Помоги нам развязать войну. С кем? Со всеми. Что нужно? Да все. Дроны. У тебя же есть вертолеты? Блэкхоки, так? Угу. Нужно два вертолета. Логистика, связь совместимая с техникой спецназа. Для первой фазы штурмовая группа, два снайпера, команда взрывников. Собрался на Украину? Нет. Где переворот? Надо выкрасть человека. Что мне можно знать? Прости. Лучше ничего. Обойдусь без деталей, но мне нужно знать страну. Мексика. Да ты просто издеваешься. Это не правительство. Это картель. Чек оплатит Минфин? Через компанию в Бразилии под названием Рио Верде. Значит, хочешь стать сикарио? Поговорим о твоем будущем. Если работы много, 10 миллионов в месяц. Это включая все расходы. И еще 150 сверху, плюс иммунитет. По рукам. Теперь сможешь позволить себе свой хоккейный клуб. Спасибо.